Принтом считаются практически все виды изображений, которые нанесены на ткань – рисунки, надписи или фотографии. Одежда с принтами призвана подчеркнуть уникальность и красоту каждой женщины. Однако неправильно подобранные расцветки могут превратить ее в пеструю матрешку. Основные расцветки принтов. Первое. Геометрические принты. Меандр, полоска, клетка, ромбы, горошек. Второе. Растительные принты. Сюда относятся арабески, пейсли, купон. Третье. Цветочные принты. Делятся на мультифлёр и геральдическую линию. Четвертое. Животные или анималистические принты. Пятое. Этнические принты. Это могут быть узоры в стиле африканских племен, ацтекские орнаменты или народные мотивы. Как сочетать принты? Основные правила. Актриса Джессика Альба идеально комбинирует мелкий рисунок с однотонной тканью. Это не перегружает образ и делает его лаконичным и законченным. Актриса Кэтрин Зета-Джонс знает, как сочетать принты в одном образе. Допустимо смешивать только разные принты нейтральных тонов. Кайли Миноук выбирает наряды с принтами разного размера. Так рисунок не выглядит кричащим. Энн Хэтуэй сочетает вещи с одним и тем же рисунком, но контрастным цветовым решением. Певица Келли Осборн скрывает полноту под мелким горошком. Крупные рисунки зрительно увеличивают и без того пышные формы.